Добрейшее тебе время суток. Практически 65% из запрошенных майнеров в Инстаграме выбрали, чтобы я показал доходность по гибридному постмайнингу. Сегодня мы это с тобой сделаем, но перед тем, как мы с тобой продолжим, я хотел, чтобы ты понял одну вещь. Если в классическом майнинге, когда мы майним, да, монета скамится, мы что делаем? Мы закрываем майнер этой монеты и переходим на другую монету, начинаем майнить другую монету, все у нас хорошо, да? То в постмайнинге и в гибридном постмайнинге, если мы покупаем какой-то актив, какой-то токен этой монеты, да, и этот токен скамится, то в лучшем случае мы с тобой инвесторы, а в худшем случае мы попадаем на все деньги. Это важно понимать. В канале есть 3 ролика, я их объединил в один плейлист. Снизу положу, ты посмотришь, что такое trade to mine, что такое hold. Сегодня мы говорим про hold, именно смотрим на кошельке, то, о чем мы с тобой разговаривали в Инстаграме, сколько приходит по деньгам. Значит, смотри, вот это вот мой hold за 7 дней. Для тех, кто знает, понимают, что это за понятие. Кто не понимает, соответственно, нажмите на паузу, посмотрите один из тех 3 роликов, чтобы понять. Соответственно, на сегодняшнюю дату у меня захолдено 955, хотя денег у меня больше в данный момент. Вот он, личный кабинет, смотри. У меня 1207, но холдится за последнюю дату награды, получающие вознаграждение, как здесь написано, это 955, это последние 7 дней назад. А последняя моя добыча была, соответственно, меньше, чем 955, точно не помню, но в районе 900. И с этих, грубо говоря, там 940, даже если быть точным, я получил наград на сумму $1.35. Это за холд вот этих непосредственно токенов АТ. И смотри, не просто в долларах, да, а соответственно, как вот в предыдущих роликах я тебе и говорил, 8700 из них сатоши в биткоине, 179 тысяч бутеринах в эфире и плюс сюда еще 0.36 USDT. В общей сложности, грубо говоря, на 1.36, если округлить, получается. Теперь, соответственно, из чего эта сумма получилась? Вот она награда за вчерашний день, видишь, она была. Это 80% выплаченных денег. И с этих 80% мое количество вот этих токенов АТ получило такую награду. То есть в виде доллара 35. Теперь давай сравним непосредственно то, о чем мы с тобой разговаривали в Инстаграме. Да, сравним доход с фермой. Мы берем классическую ферму RX570. В зависимости от деталей, ну, приблизительно 120. Соответственно, открываем курс доллара. 120 тысяч рублей – это $1800 по сегодняшнему курсу. Правильно, правильно. Вбиваем, заходим токен АТ, лимитная пара USDT. Видишь, да, вот на АТ и USDT цена на данный момент 29 центов. Токен очень волатильный, но об этом я скажу еще в конце. Соответственно, я вбиваю сюда купить на сумму $1800, да, то есть цена фермы. Он мне пишет, что будет 6016 токенов АТ. Здесь сумма получает 6000 токенов, мы просто умножим количество моих токенов на 6. Точнее не так, вот эти 6016 мы разделим на количество моих захолденных токенов на сегодняшний день, то что была выплата, и получается, что в 6,3 раза больше. В 6,3 раза было бы токена больше, да? Понимаешь, о чем речь, надеюсь? Если не понимаешь, нажми на паузу, предыдущие ролики посмотри. Соответственно, $1.35 мы должны умножить на вот эту сумму, на 6,36, потому что токенов 6016, да? Умножаем на $1.35. И получается, что доход был бы, если бы было бы 6 тысяч токенов заточенных, $8.59. То есть, если бы у нас была не ферма, а было в эквиваленте на кошельке гибридного поса 6 тысяч токенов. Да? $8.59. Теперь сравним с фермой доход. Переходим на вот туман. Здесь я уже вбил 180 мегакэш. 800 по розетке ватт шестикарточной. 0,05 электричество. Ну, стандарт, у кого-то больше, у кого-то меньше. Не придирайся опять. Нажимаю рассчитать. Грязными 95, чистыми $65. $65. Теперь смотри, что мы делаем. Это за месяц, ты понял, да, сумма? 8,59 мы умножаем на 30 дней. Получается, что в месяц по гибридному ПОСу мы имеем $257 против $65 на ферме. Но если разделить эту сумму, грубо говоря, на $65, то мы имеем практически в 4 раза больше денег по гибридному ПОСу, чем если бы мы имели ферму. Понял мысль, да? Но тут я хочу вернуться к тому, с чего мы начали с самого начала. Да? То есть, если ферма, у тебя что-то с монетой случилось, там ты поменял, переключил другую монету, да, то здесь смотри, как скочат курсы. Вот стартанула биржа, соответственно, 31 июля, да, 7 месяц, по-моему, июля. Я где-то в этих числах там спустя неделю за нее заснял первый ролик. Ну, не помню точно, посмотришь там дата какая была. Соответственно, видишь, как токен скаканул практически на $3.60. А сейчас токен упал там до 30 центов, даже до 24. Видишь, падал, сейчас в районе 30. Ну, то есть он периодически, вот видишь, падал,
на 47 центов, потом поднимался на $1.43, потом на 67 центов опять падал, опять поднимался, и вот сейчас опять падает. Да? То есть здесь надо понимать, что есть как бы определенные риски по сравнению с фермой в гибридном ПОСе. Причем это не важно, классический ПОС, гибридный ПОС, везде может монетка как быть, соответственно, популярной, тогда на нее цена растет, так и, соответственно, не иметь никакого интереса среди майнеров. Но в данном случае интерес есть, если ты посмотришь предыдущие три ролика, ты опять же поймешь почему. Ну а так, что касаемо меня, я буду сейчас развиваться по гибридному ПОСу, все равно по чуть-чуть буду в эту тему закидывать. Посмотрим, что получится. Если тебе интересно, давай так, если этот ролик сможет набрать 1000 лайков, я понимаю, что это запредельная сумма для меня, но я тогда пойму четкий сигнал, значит, чтобы я снимал раз в неделю отчет по этой, соответственно, гибридной ноде. Я все-таки продолжаю топить, что это гибридная нода. Почему? Потому что, как бы, да, там кто-то в предыдущий ролик писал, что это, знаешь, банк кладешь, получаешь деньги. Да, но в банке ты получаешь раз в месяц 7-8%. А здесь ты на седьмой день начинаешь получать каждый день от минимального остатка. То есть, по принципу, все-таки мастер-ноды, да, ну, со своим каким-то приколом. Поэтому я топлю, что это вся гибридная мастер-нода, что бы мне никто не говорил, да, вот, ну, своя такая специфичная. Так вот, если 1000 лайков мы с тобой сможем собрать по данному вопросу, я буду раз в неделю выходить с отчетом и показывать, что у меня происходит по этой гибридной мастер-ноде. Ну, а на сегодня у меня все. Подписывайся на канал в Инстаграме, подписывайся на канал на Ютубе. Всего доброго, пока-пока.